история человеческой жизни, творчества, очень похожа на толстую нить, которая состоит из очень множества маленьких ниточек, событий, которые приводят и составляют судьбу. Любая история имеет свое начало. И начало истории R-класс и моей личной истории – это история взаимоотношения с производством балетной обуви, которую я узнал с самого детства, потому что, будучи маленьким мальчиком, ходил в мастерскую, где работала моя мама, и шила балетную обувь. Детская память, она такая очень впечатлительная, очень яркая. И я запомнил все эти краски, все эти запахи даже, потому что очень часто приходил в мастерские Большого театра и путешествовал по этому большому миру, по декорационному цеху. Интересно было ходить по цехам, где делались костюмы, и, естественно, там, где работала моя мама. Когда я был маленьким мальчиком, я приходил, мне давали большую доску, давали сапожные гвозди, молоток, и я начинал свою трудовую деятельность, загоняя гвозди в эту доску. Пришло свое время, когда судьба распределилась таким образом, что я пришел к своей маме и начал по-настоящему учиться делу и работать, производя балетную обувь. Учился у своей мамы. Работа оказалась очень тяжелая, непростая. Глазами всегда было легче воспринимать. Но через какое-то время я освоил эту специальность. В один из моментов жизни я со своими друзьями, партнерами и родственниками, поскольку все были связаны в той или иной степени с производством обуви, решили попробовать сделать свою фирму. На заре перестройки Советского Союза частной собственности еще как таковой не было, поэтому для всех это было все впервые. И каждый стремился реализовать себя. Это было время надежд и творческих исканий. Поэтому девиз, который родился в начале создания фирмы, он появился сам собой, он был очень естественный. Классические традиции, профессиональное мастерство и творческий поиск. Балетные туфли начинают с колодки. Поэтому моделирование колодок было в тот момент самым ответственным и важным делом. Мы всегда отталкивались только от своих разработок. Мы сами рисовали, сами конструировали, сами создавали станки. Все делали сами, своими руками. Компания R-класс начиналась как маленькое ателье для производства обуви отдельным танцовщикам. И впоследствии мы смогли создать свои коллекции, которые были ориентированы на более широкий круг продвинутых пользователей, профессионалов.
главным действующим лицом в производстве туфель всегда является мастер. Руки мастера, его понимание, на каком бы этапе развития компания AirClass не находилась, это остается ключевым и главным в производстве обуви. Да, мы совершенствуем какие-то операции, делаем их более эффективными, делаем их менее трудоемкими, но человек с его руками, который делает туфли от начала и до конца, является самым главным в нашем деле. Балетные туфли – это самый сложный вид обуви для человеческой деятельности. Здесь взаимодействуют качества, которые находятся порой в противоречии друг другу. Обувь должна быть, безусловно, красива, потому что это сценическая обувь, и образ танцовщика, и актера, артиста должны всегда быть во взаимодействии и сочетаться. Особенно балет, где линия является вообще основой построения всего образа. Обувь должна быть, безусловно, удобна. Это некие ортопедические задачи, которые стоят перед обувью. Нога должна чувствовать себя очень комфортно, чтобы не было болевых ощущений. И они не должны наносить и причинять вреда. Поэтому свои туфли традиционно мы делаем только из натуральных материалов.
обувь, безусловно, должна быть очень функциональна. Балетные па, они очень сложные. Работа на одной ноге, работа на носочке. Это очень сложно. Это, наверное, самое сложное, что есть в женском танце. На сегодня компания имеет несколько коллекций, которые имеют существенные отличия друг от друга по конструкции, по технологии сборки. И самая первая наша коллекция, основная, с которой компания начиналась, классическая коллекция, она производится традиционно от начала до конца вручную полностью. Мастер накалывает кожу руками, послойную конструкцию коробочки, прошивает это все вощеной нитью. В силу того, что кожа очень пластична, очень мягко входит в свод стопы, а то, что это сшито руками, коробочка очень хорошо адаптируется к ноге. И до сих пор это востребовано во всем мире любителями и профессионалами.